Сотрудники УМВД России по Ненецкому автономному округу раскрыли ряд серьезных уголовных дел, материалы которых переданы на рассмотрение в суд. Подробности в сюжете Василия Хатанзейского. На территории города Нарьян-Мара сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 34-летний местный житель, подозреваемый в незаконном сбыте наркотических средств. Мужчина обвиняется по двум эпизодам преступной деятельности, предусмотрен статьей 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данное преступление относится к категории тяжких преступлений. В совокупности собранных доказательств вина мужчины доказана полностью. Обвинительное заключение утверждено прокурором округа. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы. Также сотрудниками следственного отдела был раскрыт факт присвоения жителям Республики Башкортостан товарно-материальных ценностей, принадлежащих одной из организаций округа. Сумма ущерба составила более 1 миллиона 800 тысяч рублей. Мужчина обвиняется по статье 160, часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данное преступление относится к категории тяжких преступлений. Ущерб возмещен путем изъятия похищенного имущества. В совокупности собранных доказательств вина мужчины доказана. Обвинительное заключение утверждено прокурором округа. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Также следствием был доказан факт хищения стройматериалов одной из организаций города на сумму почти 2 миллиона рублей. Мужчина обвиняется по статье 158, часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая относится к категории тяжких преступлений, из-за которой предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Ущерб возмещен полностью путем изъятия похищенного имущества. В совокупности собранных доказательств вина мужчины доказана полностью. Обвинительное заключение утверждено прокурором округа. Все уголовные дела направлены на рассмотрение в Нарьян-Марский городской суд. Решение по ним еще не вынесено. Василий Хатанзейский, Вадим Стасюк, телеканал «Север».